наступающим вас Новым годом. Кто-нибудь из вас знает новогоднее стихотворение? Можешь рассказать? Да. Ну, давай. Здравствуй, Дедушка Мороз, отдохни немного. Ты большой мешок принес и устал с дороги. Мы тебя развеселим, спать, конечно, не дадим. Мы станцуем для тебя, с Новым годом всех! Ура! Ура, молодец! Держи подарок. С наступающим Новым годом поздравляем. Господи, счастья, радости спасибо. Желаем. Анюта, расскажешь историю? Ну вся елочка краса, дарят детям чудеса. А на ней висят игрушки, шишки, шарики, хлопушки. Молодец, молодец. И тебя с Новым годом поздравляем. Умница, очень хорошее стихотворение. Это, конечно, неожиданно, как бы, и очень приятно. Но почаще бы, конечно, потому что мы нынче от соцзащиты ничего не получили. В прошлом году вы получили подарок, а нынче не получилось. У вас большая семья, да, вы многодетные, трое детей. Да. Как живется вам? Ну как, папа работает, а мы дома сидим. Старший вот учится. Не стесняйся, дочь, не стесняйся. Песенку поем? Давай, давай. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Заволновались. Просто скажите подарок, отдайте, да и все, да? Да. Держите подарок. Организовываем выдачу новогодних подарков. Соответственно, мы также больше 200 подарков выдали детям из многодетных семей. Ну и планируем еще в ближайшее время, то есть до Нового года, охватить еще более 200 детей. Благодаря нашим спонсорам, которые каждый год с нами сотрудничают. В связи с тем, что все-таки пандемия, да, нет таких больших мероприятий, которые мы ежегодно проводим на территории Советского района. Поэтому хотя бы так детям мы вручаем новогодние подарки. Дети очень рады, потому что все равно, ну, каждый ребенок в преддверии Нового года ждет чудо, да, чудо от Деда Мороза. Соответственно, ну или хотя бы от Снегурочки. Или хотя бы от Снегурочки, да, так как у нас Дед Мороз 65+.